Зажечь пламя в память о погибших в Великой войне. 22 июня у Вечного огня состоится акция «Свеча памяти». В 4 утра по всей стране и в государствах СНГ у памятников и мемориалов соберутся люди. В руках каждого будет гореть свеча – знак неугасимого признания за подвиг советского народа в борьбе над фашизмом. Свеча памяти – всенародная акция мира и единства. Впервые она была проведена в 2009 году в Санкт-Петербурге, к 65-й годовщине снятия блокады. Встреча людей с горящими свечами была задумана как городская акция. С каждым годом увеличивалось не только количество участников, но и городов. Сегодня свечи в память о Великой войне зажигают в каждом субъекте и странах СНГ. Нарьян-Мар принимает эстафету во второй раз. В этом году мы тоже будем зажигать свечи в память погибших. И не только о погибших, но и о тех, кто воевал и умерли после войны, о тех, кто пережил войну, мы зажжем свечи памяти. Так что приглашаем всех 22 июня в 4 часа утра к обелиску Победы. Жители населенных пунктов также присоединяются ко всероссийскому мемориальному движению. Дом культуры деревни Антик проведет вечер вальса под песни военных лет. На Эльмином Носе главными участниками акции станут школьники летнего лагеря. 22-го у нас будет урок-беседа «Воспоминания давно минувших дней». И также будет фотовыставка «Ничто не забыто, никто не забыт». И потом мы идем к памятнику, к обелиску с детьми, 3 отряда там. И вот им буду рассказывать. В Уме пройдет традиционный митинг. У обелиска Победы соберутся жители села. Память погибших сельчан почтут минутой молчания, зажженными свечами и запустят в небо разноцветные шары – символ мира, свободы и любви к родине. Валентина Чибичик, Александр Дуркин, телеканал «Север».